Мастер-классы, квест по уличной экспозиции военной техники и другие увлекательные занятия. Юные жители округа смогли окунуться в историческое и интеллектуальное пространство Одинцовского историко-краеведческого музея. Так здесь отметили День защиты детей. В музее идут мероприятия, которые приурочены к Дню защиты детей. Это два мастер-класса, квест и открытие выставки художественной школы «Классика» ее выпускников. В этот день музей открыл свои двери для детей со всего округа. Интересные мероприятия подготовили и для ребят с особенностями здоровья, которые сделали бумажные букеты в технике оригами. Давай намазывай. Сегодня в День защиты детей все учреждения культуры подготовили развлекательные, познавательные, просветительские, концертные программы, посвященные этому празднику. Во всех домах культуры, в библиотеках, в парках и, конечно же, в музеях проходят специально подготовленные мастер-классы. А у городского дома офицеров состоялась праздничная программа, которую организовал Одинцовский молодежный центр совместно с Общественной палатой округа. Сегодня здесь выступают музыканты, певцы. Мы проводим, даже не мы, а наши партнеры, друзья проводят различные мастер-классы для детей и всех желающих. Для ребят подготовили интересные мастер-классы по живописи, вокалу и изготовлению фигур из воздушных шариков. Юные участники праздничной программы не остались в стороне, выступили с творческими номерами. Я сегодня выступаю и пою три песни. «Я хочу как Моана», «Ух ты» и «Золотые облака». В этот день каждый смог найти развлечение по душе. Для детей организовали концертные выступления, игры, призы и конкурсы. Ребятам пожелали отличного отдыха во время летних каникул и новых открытий. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».